на нашей прекрасной домашней кухне присутствует генеральный директор канала «Домашний Ника Блан». И сегодня все вместе мы научимся делать фаршмак. Это эксклюзив абсолютный, потому что даже в программе Лара не готовила фаршмак. Только для вас, только сегодня мы научимся это делать. Хочу вам представить ведущую, но не только ведущую, а новое лицо телеканала «Домашний» Лару Концову. Я очень волнуюсь, потому что я не умею готовить фаршмак. А я-то как волнуюсь, потому что я сейчас с вами буду готовить фаршмак. Спасибо вам, спасибо да. Команде, которая работает. Давайте похлопаем. Давайте похлопаем. Веселее. Что у нас входит в фаршмак? Филе сельди, батон, который мы вымочим в молоке, лимон, сладкий ялтинский лук и масло. Собственно, это все, что нам с вами понадобится. Берем хлеб, снимаем корки. Заливаем молоком. Вот, гениально. Берем селедку. Гениально, прекрасно. Мы берем нашу булочку и выкладываем на наш фаршмак. Вбиваем в эту селедку. Ручками, ручками, ручками готовим, ручками. Хорошее! Лара, удачи проекту «Респект»!